Привет! Огромное спасибо еще всем моим друзьям за поддержку. Большой привет всем, кто не знал меня до этой минуты. И, конечно, особый респект капитану. Меня зовут Оля, мне 26 лет, и живу я в самом замечательном городе на свете, с богатой историей, с теплым и ласковым морем, а также с добродушными и улыбчивыми местными жителями. И, конечно, речь идет о Севастополе. Этот город самый лучший город на земле. Мне нелегко было справиться со своими чувствами, когда я узнала, что во второй тур не прошло ни одной севастопольской девушки. Будучи человеком физически разносторонне развитым, а также ответственным, я поняла, что нечего сидеть сложа руки, сидя на диване или за компом, и досадовать о судьбе нашего города на престижном шоу-проекте. Надо драться, а к этому я готова. Немного о себе. В детстве я росла очень активной девчонкой. У меня до сих пор прозвище «Живчик». Люблю экстрим, поэтому последние годы занимаюсь дайвингом и виндсерфом. В школе я физру не пропускала и радостно всегда участвовала и занимала первые места в беге на 500 метров и 1 километр. В университетские годы я с огромным удовольствием и весьма успешно занималась скалолазанием. Ко всем своим спортивным доблестям могу также добавить участие в команде КВН. Причем наша команда становилась дважды чемпионами университета и финалистами городской севастопольской лиги КВН. Сейчас не особо подходящий момент для чрезмерной скромности, поэтому признаюсь, что я становилась вице-мисс университета и мисс Красноречия. Уже год, как я провожу свои субботы в интеллектуально-спортивном квесте «Дозор», и наша команда не раз занимала первые места в городе в этой игре. С радостью могу сказать, что я абсолютно командный человек, всегда готова помогать всем членам команды и заряжать их своей солнечной энергией, готова принимать любые решения со стороны капитана и готова их выполнять, даже если скажет думать только своей головой. И я верю, что единая команда – это большущая сила. Я рада, что в этом кастинге также участвуют мои лучшие друзья – Полковников Юрий и Дмитрий Мухин. Крутые мужики! Наверняка я не самая спортивная девушка в нашем прославленном городе, но я имею отличную спортивную подготовку, большой позитивный опыт и победы в командных и индивидуальных соревнованиях. Я уверена, что биться за свой город я не только страстно жажду, но и готова. Севастополь, ты самый прекрасный город, и мы за тебя всех положим.